известный столичный блогер Илья Варламов зачастил в Красноярск. Как и было решено в социальных сетях, Илья сегодня прогулялся с главой города Сергеем Ереминым по улицам Красноярска. В этот раз блогер оценивал наш город в рамках его нового проекта «Прогулка с мэром». И наш город один из первых откликнулся на призыв принять в нем участие. Маршрут выбирали случайным образом. Выбирал компьютер, выдается точка старта и конечный адрес. Главное условие – передвигаться можно только пешком или на общественном транспорте. Илья с градоначальником свой путь начали с Мира 128, затем пошли по Робеспьера, по Ленина и Декабристов. Затем вышли на набережную и прогулялись мимо администрации, где и сели в автобус и уже доехали до Предмостной площади. Оттуда прошли немного по Красноярскому рабочему, до конечной точки, до мемориала «Кандальный путь». Блогер признался, что следит за развитием Красноярска. Самый главный момент. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, не будет заборов в том количестве, в котором они есть сейчас, и их не будет дальше. Вот. То, что в прошлый раз люди хотели собирать митинг, вот, Сергей Васильевич сказал, что он будет, если будет митинг, он первый на этот митинг придет, потому что он тоже крайне против заборов, и на новых улицах их ставить не будут, а на старых будут демонтировать. Заборная вот этого... болезнь у нас такая есть. Да. Поэтому те ребята, кто делал сувениры с заборами, пытаясь сделать это символом Красноярска, они, к сожалению, уже будут скоро не актуальны. С общественным транспортом у вас все грустно. Но, в принципе, состояние, конечно, общественного транспорта, оно неудовлетворительное. До сих пор ездят пазики, которые изобрели, чтобы гробы и картошку в деревнях возить, а у вас возят людей. Илья Варламов, вот для меня это ни в коем образе не критик. Это эксперт, который имеет свое видение. Для меня он... И почему я сразу откликнулся на эту встречу? Потому что мы видим, вот сейчас видим образ нового города Красноярска. Для того, чтобы сегодня идти вперед,